Черногория – молодая страна с богатыми событиями в прошлом. Звучит парадоксально, но это действительно так. Независимость республики парламент провозгласил совсем недавно, 3 июня 2006 года. Во всем мире небольшое государство на Балканском полуострове звучит как Монтенегро. Но на родном языке местного населения правильно будет сказать «Царь-гора». Массив Ловчен, который когда-то именовался той самой Черной горой, возвышается над Каторским заливом, самой крупной бухтой Адриатического моря, и уже больше полувека является национальным парком. Несмотря на то, что протяженность сухопутных границ составляет всего 625 километров, соседей у Черногории пятеро. Это Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия и частично признанная Республика Косово. Сегодня все больше путешественников открывают для себя Черногорию как новое направление для интересного и насыщенного отдыха. Четверть 300-километровой береговой линии занимают отличные пляжи, рядом с которыми развернулась инфраструктура для гостей с разными финансовыми возможностями. Но не только море может похвастаться Черногорией. Древняя архитектура Герцог Нови, Катора, Цетина и других городов, яркая ночная жизнь Будвы, красоты Скаданского озера и каньон реки Тара, горы и построенные на их склонах монастыри, шумные фестивали и ярмарки, мягкий климат и темпераментные местные жители. Каждый найдет в этой стране, чем украсить свою коллекцию воспоминаний из отпуска. Черногория – это государство настолько компактное, что, например, в границах агломерации Большой Нью-Йорк могла бы с комфортом разместиться дважды. При этом на территории площадью 13 812 квадратных километров живет всего 622 тысячи человек. Это многонациональная страна. Здесь проживают черногорцы, сербы, боснийцы, албанцы, цыгане, хорваты и представители других национальностей. Пусть название не вводит вас в заблуждение. Черногория вовсе не балканский аналог высокогорного Непала. Большая часть страны расположена на Динарском Нагорье. Центральные регионы, включая два крупных города Подгорицу и Никшич, лежат в относительно ровной котловине Скадарского озера. Лишь на северо-востоке, где проходит граница с Албанией и Косово, высятся гряда сербо-албанских Альп. Склоны гор Проклетий, как еще называют этот массив, высотой до 1700-1800 метров, покрыты лиственными и хвойными лесами. 8% территории республики считаются природоохранными территориями. Здесь стараются сохранить эндемичную флору и фауну Балканского полуострова. Климат основной части страны умеренно континентальный, а побережье Адриатического принадлежит к средиземноморской зоне, для которой характерно продолжительное и относительно сухое лето, со средней температурой плюс 25. Это позволяет открывать курортный сезон в конце апреля и активно принимать отдыхающих до конца октября. Самым приятным временем года в Черногории является весна и осень. Начиная с конца марта, когда снег и холод уходят даже в горных районах, до начала июня или сентября-октября, когда летний поток отдыхающих схлынул и деревья покрылись золотом, но море еще теплое и в нем можно купаться. Июль и август станут лучшими месяцами лишь для тех, кто любит толпы народов и веселый семейный отдых. В горах в июле и августе температура гарантированно будет умеренной. Итак, немного истории. Славяне, на территории некогда принадлежавшей римской провинции Далмации, поселились в 6 столетии. А уже в 1042 году сербы после громкой победы над византийцами отстояли независимость собственного государства, известного по названиям Дукля. Вскоре оно получило признание главы католической церкви и статус королевства. Но потомки Стефана Воислава, не обладавшие твердой рукой и стратегическим умом предка, постепенно утратили власть над завоеванными им Травунией, Захумием, Боснией и Рашкой. В 12 веке земли стали добычей более могущественных соседей, а последнее и вовсе к концу столетия поглотило Дуклянское государство. Новообразованное княжество византийской хроники стали называть Зетой, по имени протекающей на западе Балканского полуострова реки. После короткого периода независимости оно вынуждено было принять протекторат венецианцев, чтобы избежать захвата турками. Впрочем, долго сдерживать присягательство Османской империи не удалось. Триумфатор Ферисбей присоединил Зету к Скаданскому Сунджаку,
В одной из официальных бумаг Дубровника за 1376 год бывшее княжество названо Черногорией. Считается, что это первое документальное подтверждение упоминания нового топонимума. С 1516 по 1852 годы существовало церковное государство Черногория, руководили которым владыки и митрополиты с титулом епископа. Когда страна снова стала светской, правители превратились в князей и царей. Во время Балканской войны начала 20 века Черногория расширила свою территорию, а в 1918 году стала частью королевства сербов, хорватов и словенцев, которая после Второй мировой войны трансформировалась в Социалистическую Федеративную Республику Югославия. О вооруженном противостоянии, последовавшем за развалом этого государственного образования, знает каждый европеец. Но обсуждать болезненную тему с местными жителями не стоит. С 1992 до 2003 года Черногория входила в состав Союзной Республики Югославия. А после ее переименования в Государственный Союз Сербии и Черногории, по результатам референдума, проведенного в мае 2006 года, страна получила статус независимой республики. Сегодня она является членом НАТО и имеет официальный статус кандидата в члены Евросоюза, но в Евросоюз не входит. Куда же отправиться тем, кто решил поближе познакомиться с природой и культурой Черногории? Выбор довольно широкий. Все зависит от того, какой именно досуг предпочитаете вы и ваши спутники. Например, Святой Стефан. Идеальный вариант для состоятельных путешественников, которые привыкли получать самое лучшее обслуживание и особенно комфортные условия проживания. Каникулы в Герцог-Нове подарят массу ярких и приятных моментов семьям с детьми разного возраста. Будва не даст скучать завсегдата ночных клубов и баров, который предлагает гостям прикоснуться к наследию далеких эпох, а Ада Баяна каждый год привлекает множество натуристов со всей Европы. Итак, первым в нашем списке идет Тиват. Не благодаря особенно восторженным отзывам, а потому, что именно отсюда большинство туристов начинают свои приключения. В 4 километрах от города в долине Горбаль расположен международный аэропорт. Построен он во время Второй мировой войны как военный, но с 1957 года переориентирован на работу с гражданскими рейсами. Сначала внутренними из Белграда, Загреба, Скопья, а после постройки современного терминала принимает Боинги и аэробусы из Лондона, Москвы, Парижа, Франкфурта, Стокгольма, Праги и других европейских столиц. Если вам не по душе долгие переезды, можно остановиться прямо здесь. Не в аэропорту, конечно, а в приглянувшейся гостинице рядом с одним из лучших песчаных пляжей Черногории. Плави Хоризонти или апартаментах на острове Цветов. Последний, вопреки названию, знаменит не своей флорой. Местные его называют Михолька Привлака, поскольку здесь стоит монастырь Архангела Михаила. Главным минусом этого в целом весьма приятного места является то, что на пике сезона отпусков город переполнен отдыхающими, и свободный шезлонг на теплом песке найти не так уж и просто. Будва – это самый известный курорт страны. От врат Адриатики отделяет каких-то 20 километров. Впрочем, и путь из второго международного аэропорта Черногории под Горец не займет больше полутора часов. Развитая туристическая инфраструктура удачно дополняется частными пляжами с удивительно прозрачной водой, интересной архитектурой старого города, атмосферными ресторанами и харчевнями, парками развлечений для всей семьи, ночными клубами и барами. Само собой, популярность идет рука об руку с соответствующим уровнем цен. Но даже со скромным бюджетом хорошо провести время в Будве вполне реально. Главное заранее подумать о бронировании доступного жилья. В самый сезон свободные номера по прибытии могут предложить только дорогие отели. В черте города расположено сразу 6 оборудованных пляжей, как песчаных, так и галечных. Большинство из них бесплатные. Потратиться придется только на аренду лежаков и зонтиков,
если хочется расположиться с комфортом. В окрестностях Будвы открыт сертифицированный центр дайвинга, где новички могут пройти обучение и заказать погружение с инструктором. Опытных ныряльщиков заинтересуют коралловые рифы, скалы Галеола с тоннелями и несколько затонувших в бухте судов. Исторический центр порадует любителей древностей, средневековой цитадели, которая является визитной карточкой города и изображена на большинстве образцов сувенирной продукции. Старинными церквями святого Иоанна, святой Марии, святой Троицы, святого Саввы и богатой экспозицией местного музея археологии. Гораздо богаче достопримечательностями Котор, чем другие города Черногорской Адриатики. В 1979 году, благодаря уникальному архитектурному ансамблю и хорошо сохранившимся средневековым кварталам, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, старый город окружают по-настоящему массивные крепостные стены. Их высота на отдельных участках достигает 20, а толщина 16 метров. Внутри расположены княжеский двор, часовая башня, дворцы знаменитых родов, церкви 12 и 18 столетия и кафедральный собор святого Трифона, где был коронован первый хорватский король Томислав. Кроме того, Котор много лет является центром культурной жизни региона. Он радушно принимает участников самых разных фестивалей. Город и окружающая его природа очень красивы, но как место постоянной дислокации для морского отдыха не слишком подходит. По-настоящему хороших пляжей здесь нет, а вода не такая чистая, как на других участках побережья. Гражданам России для отдыха в Черногории не требуется оформлять визу. Страховка тоже не является обязательным условием въезда, однако с ней вы будете чувствовать себя спокойнее. Безвизовый въезд разрешен на срок до 1 месяца. Важный момент: в течение суток после пересечения границы иностранцам необходимо пройти регистрацию в ближайшем офисе региональной туристической организации самостоятельно либо с помощью сотрудников отеля, в котором вы остановились. В противном случае при вылете вас ждет солидный штраф. С 2002 года денежной единицей является евро. Обменять деньги можно дома или по прибытию, но нужно учесть, что банки в Черногории работают только с понедельника по пятницу и часто закрываются уже после 14:00. Многие отели и рестораны, рассчитанные на туристов, принимают пластиковые карты. Банкоматы есть не только в крупных городах, но и на курортах, но их не так много. Количество разрешенной к ввозу и вывозу валюты не ограничено, но крупные суммы рекомендуется декларировать при прохождении таможни. Для вывоза предметов, которые могут представлять историческую или художественную ценность, необходимо специальное разрешение. В Черногории работают два международных аэропорта – Тиват и Подгорица. Летом пассажиропоток и количество принимаемых ими рейсов существенно возрастает. Из Москвы сюда каждый день летают как регулярные, так и чартерные рейсы. Полет в среднем длится около 3 часов. Из других городов лететь придется с одной или двумя пересадками. Наиболее популярные варианты стыковки за пределами России – Белград, Вена, Стамбул, Любляна. На пароме можно добраться до Черногорского побережья из итальянского Бари. Сеть железнодорожных дорог в стране не развита, но существует регулярное сообщение между Белградом и Бар. Маршрут проходит через Подгорицу и считается одним из самых живописных в Европе. Прежде чем бронировать билет, учтите, что в пути вам придется провести от 8 до 20 часов, что в условиях короткого отпуска совершенно нерационально. Из Тивата в любую точку побережья можно попасть на автобусе, такси или арендовать авто. Приятного путешествия вам по Черногории. С вами был Евгений, это канал Вселенная Beautiful World. Всем пока!